Сейчас уже 10, с 9 здесь валяюсь. Легла спать в 3 часа ночи. У меня сегодня опять было пряничное настроение. Думала, что последняя ночь, но нет, все-таки еще. А сегодня все тоже последняя такая ночь в этом году. Пряничная, потому что я думаю, что все пряники заканчиваются, праздники заканчиваются. И ну такие вот прям праздничные. И поэтому буду теперь высыпаться. Семья мне разрешила полежать, поваляться, а сами там для меня готовят сюрприз. Но я уже видела, что там бегают, наряжают елку. Пойду смотреть. Мы еще сегодня в лесики поедем. Уже жду, не дождусь. Хочу погулять. Какую воку? Там акулки не вока. Да. Мама, пойдем? А вот это же такое? Уже такая красивая. Ой, как мне нравится. Нравится? Угу. Сразу настроение у нас, да? Ура! Дети тут сами придут. А, да? Уже красиво? Да. Пришей сюда, повесь. Алло. Я еще так сделал. Ты сам придумал? Да. Ну что, вы маме показали? Я сначала только... Похвастались. Этот дождик вот этот вешал. Угу. Потом это его снял, вот это вот. Повесил. Хорошо получилось. Кока-кола повесить. Но он слишком тяжелый. Это железо. Это кто, елочка? А, это олень или домашний? Наверху шарики. Это я придумала. На грамоту посмотри. Что на грамоте висит? А это что? Это я загадала, мама. Уже орхидейка распускается вовсю. Очень красиво. Лиша, у тебя тоже. Я сейчас тоже туда пойду. Нет, тут, кстати, на вот этой вот доске, которую я вчера купила. Вот она. Такая мини-фотосессия коробочки, которую я вчера вечером делала. Ночью, можно сказать. Вот такую вот собачку, очень милашную. Она, по-моему, у всех уже в Инстаграм побывала. Но у меня вообще не было ни одной собаки. Вот это вот первая собака. Все, мы выехали наконец-то. 11:55. Так как папа говорил, 10, да. Но мать только спала до 10. Сейчас поспят и будем гулять. Заехали на заправку, которая вот после Динской на трассе. А тут, блин, пипец. Какие-то ремонты, непонятно как, что и куда объезжать. Давай посмотрим. А, вот, ага. Так, мы приехали в какой-то развлекательный лолли. Лолли. Что? Как называется? А, вот, лолипоп. Афонечка, иди сюда. Так, тут надо бахилы обуть. Антон Сергеевич. Так, идем на осмотр, а потом можно оплатить, если понравится, да? Да. Тут очень красиво. А какой это этаж? А какой это этаж получается? Там лего комната и что-то еще. А, и кинетический песок. И комната именинника. Теперь мы идем выше, да. Ну, лего разрешено. Нет, а там такие крупные, там для маленьких. Ну, там с ними. Это целая игровая, да? Ну, что, вы будете заходить? Пошлите выше посмотрим. Выше, там он и хоккейный. Ага, там прям игровая, да? Игровая. Идем еще дальше. А? Все, мы приехали на первый этаж. Так, в общем, решили все-таки в лесики поехать. Там хоть все на одном этаже, не надо никуда не спускаться. Причем все то же самое, да? Да, а что там? В общем, как бы так здорово, но с детьми поменьше. Гришке там явно будет не особо интересно. Да, здесь и такие, как вот Афоньки. Афоньки, да. И Антошке еще будет, да, интересно. Наверное, душ. Приехали мы в
час. Только приехали. Ну, час мы ровно ехали. А, мы же еще в Лолипоп этот заехали, да? Мама, здесь, ну, здесь конечно. А может, сразу на парковку на эту? Это куда нам подняться? Вот человек танцует. Или ты хочешь еще кружочек крутнуться? В общем, как всегда, народу нет, все сидят дома, крышат оливье на завтра. А, танцует, да. Опять мы ели. А! Нет! Сержуня! Сержуня, кто же будет оливье-то крышить? Я не могу понять! Как это за колбасой приедет? А-а-а! Пипец, блин! Оливье от меня. Пап, подожди, мне же нужно по традиции селфи с елкой. Тут еще и монетки, это что? Мама, стири, мама. А, это $1, а ну покажи. Блин. Ага. А здесь? Глянь, это что? Это оно из чего сделано? Ну, стекло, я понимаю. А-а-а. Интересная, да? Прикольно, да? Угу. СБС украшен вообще супер в этом русском стиле. Территория такая повыше. Ну, очень интересно. Алкоголь. Это еще и пряничная выставка, покажи. Там пряничный человечек. Ага. Посыпки для этих на Пасху. Красивые, да? Злой Дед Мороз, мама. Это была собака? Я думала, это поросенок. Или это поросенок? Это поросенок. Пойдем или здесь? Да. Можем здесь? Давай. Да. Мы зашли в просуши. Да? А нам тут уберут? Будем пробовать, дети. Я же Ты будешь? А сейчас и тебе все принесут. Сейчас все вам принесут. Подожди. Да, мы заказали роллы, какие-то чикен, вот эти с курицей, а вот эти вот русские какие-то должны были с беконом. Чикен это бекон. Чикен это вообще-то курица, пап. Да ты что? А это мне вок с говядиной. Бог послал. А это что? Ну, говядина с овощами, мясо. Ты хочешь попробовать? Это макароны? Да. Какой? Ну, вилку только бери. Пицца. Антохин бургер. Папин бургер. Папа, ты это, в губной помаде. И с соусом. Пап, ты А ну давай еще искать шарики, пошли. До дна! Достанешь! Афон, ты чё? Криш, на него не прыгай! Yes, people.
купила билеты. Называется «Есть мир», а она еще на отвлёке пьёт. А где Афанасий Сергеевич? Папа, где Афанасий Сергеевич? Мама, мама, ты отвлекаешь. Мама, как всегда ты мешаешь? Да ты что говоришь? Давайте, дети, я папу отвлекаю. На фоньку? Афоня! Идем пить. Обули тапки. Эта музыка, конечно, не дает заснуть родителям. Да, такие маленькие стаканчики, да? Да. Рюмочки. Да? И чуть-чуть теплое еще, потому что так очень холодно. А тут нету горячей. А, да, тут да, вся такая. Да, что там, прикинь, как. Она не успевает охлаждать. Да, тут, конечно, ага. Воды молодцы. Ну, до тебя. А. Ты маленькие найди, там мне вот маленький Афонь. А он больших. Ты хочешь водички? А что, ты сам хочешь? Только надо чуть-чуть водички, понял? Много нельзя, Афонь. Вот, все, достаточно. Тихо, тут дети. Антошенька, Антош. Антоша. Антош, вылазь оттуда. Антош. Где этот мальчик? А ты куда, сынок? На работу уже? Пока! Модели. Это что за... Это Нива? Ну да. Ты сейчас что, Ниву хочешь? Ну, да. Ну, какие красивые машины. Тебе что нравится? Чего? Кто, гироскутер? Да. А что? Так, а теперь у нас по плану кино. Как оно там называется? Богатыри, да? Точно. Так что сейчас сели на диван. Еще одни три богатыря. Да? Еще есть два. Это... Три богатыря и снежный царь. Угу. Так это ж на это и пришли. Да? А я не знаю, как называется. Принцесса Египта. А, это мы сейчас на принцессе Египта. А я говорю... Да, даже никто не звонил. Шеф один раз утром позвонил. Видишь, все как хотят Новый год отмечать, да? Все, ждем. Так, заправь майку, Антош. Тебе застегнуть? Да? Ну как вам мультик понравился? Пошли. В сторону. Крути, крути, крути. Еще. Она там будет лететь, да?
Мне нравится, когда она летит. Подожди, подожди, сейчас опусти. Не открывай, это будет как тогда у кого-то. У Вовы это будет. Когда мы так открыли и ждем, она как вылетит. Это твой друг? Положите, положите. Это мы пришли мышки выбирать. Мам, 4. Нет, 4 это сильно круто. Пошли, мы уже там другие есть. Пошли, где на витрине обратно, да? Где все, нашли вот такие вот, чтобы можно было попробовать. Дети. Дети? Ну, что? Она какая, такая же беспроводная? Ну, да. Ну, клацает? Клацает, все. Нет, я имею в виду, что это даже у нас было бесшумное. Клацает. И тут клацает. Какой-то здоровский радиоприемник. Вообще классный. А у нас еще боулинг будет. Так, а мы уже едем домой и увидели автомойку бесконтактную. Сейчас будем пробовать. Бесконтактная мойка. Да, давай попробуем. Ну, лучше, чем было, чем сейчас, это явно будет. Ну, раз машина столько... Мы уже дома, все легли спать, я делаю пряники. Вот такие вот про любовь будут
Ну что, начнем? Так, я себе всегда расписываю, какие нужно цвета, жидкие, густые, сколько чего. Коробочку даже разрисовала, чтобы понять, какой пряник должен быть, сколько размером. Вот мой готовый айсинг. Сейчас будем все заливать, но прежде нужно включить духовку на 50 градусов, конвекцию. Так, ну что, вот эти вот пряники покажу. А пожеланий не буду на сердечках. Вот такие вот прянички. И будет еще 6 сердечек с пожеланиями. Новогодняя коробочка. Так, вот теперь вот точно все. В этом году я допекла все пряники. Завтра будем спать. Готовить оливье. Решили, кстати, ничего сверхъестественного не покупать из еды. Не тратить на это деньги. А лучше куда-нибудь съездим или в театр, или на какое-нибудь представление. Но надеюсь, что это все получится, будет время. Вот, но не будем заниматься обжиранием. В общем-то, сейчас с этим вообще, мне кажется, нет проблем. Вот. Ну все, пряники допекла. Если честно, может, кто-то подумает, что и дом у нас не наряжен, и ничего не сделан. Ну просто, знаете, это настолько мне приносит удовольствие. Я понимаю, что 1 января пряники уже будут никому не нужны. Поэтому я пока все пеку, а потом буду отдыхать, кое-что еще украшу в доме. И пусть это уже будет Новый год. Но мне это тоже будет доставлять радость, поэтому все, всех с Новым годом. И я пошла отдыхать.